Где-то в далекой вселенной. Вот и этот самый аэропорт. Наконец-то я его нашел. Фух, я наконец-таки буду улетать к себе. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Рокман ПТС. И сегодня мы продолжим играть в аэропорт Тайкон. Это уже пятая часть, представьте себе, пятая часть. Надеюсь, она вам понравится. Ну, а я не буду вам мешать, смотрите все дальше. Но в помощи того, чтобы снять этот ролик, нам помогало приложение Wondershark Filmora 9. Благодаря нему мы и делаем монтаж для видео. Как я умею, то и делаю. Ну а сейчас будет то, чего вы не ожидали увидеть. Смотрите. Я купил себе самолет. Он, конечно, мне кажется, немножко разбитый спереди, или это такая тень, но он мне очень нравится. Я очень сильно обрадовался, когда его получил. Надеюсь, он вам тоже понравился. И сейчас мы полетим в другие места. А в какие, вы сейчас сами и увидите. Вот куда я хотел прилететь. Это другой аэропорт моих соседей. Но, как видите, я хотел остановиться, но у меня не получилось. И пришлось обратно улетать. Ну, а сейчас я полетел на тот самый остров, на котором мы и были в прошлой или позапрошлой серии. Ну, а вот и он. Этот самый остров, на котором мы раньше и были. Но, как видите, мой самолет пошел на дно, а я очень долго плыл к краю. Хоть я и приземлился в воду возле края, но я почему-то поплыл вперед. Ну, а вот я и приплыл к этому самому острову. Наконец-то уже. Я вернулся, но все-таки решил, что без самолета будет неинтересно, расстроился и возвращался домой. Ну что ж, а на этом красивом моменте этот ролик подходит к концу. Надеюсь, вам он понравился. Поставьте лайки, подпишитесь на канал и напишите в чате или в комментариях, как вам это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ладно, всем удачи! И всем до новых встреч и пока-пока.